Социальный пансионат для старшего поколения имеет богатую историю. Открыли его еще в 1999 году. Тогда учреждение было рассчитано на 85 постояльцев. Однако в прошлом году его подопечные наконец-то переехали в новое пятиэтажное здание. Общей площадью более 5000 квадратных метров здание рассчитано на 122 постояльца. А уход за ними осуществляют более 80 человек, о которых мы расскажем вам в этой программе. Ведь работа в социальном учреждении – тяжкий труд, на который соглашается не каждый. Но став частью большой и дружной семьи, ее никто не хочет покидать. Все как дома, только я думаю, что больше чуть-чуть внимания даже, потому что здесь концентрация людей пожилого возраста – это своеобразный круг по интересам, вот компания по интересам. Поэтому мы просто стараемся поддерживать их жизнь на должном, хорошем уровне. И это еще и этому способствует и медицинское обслуживание наше. У нас доврачебная помощь, снятие, правда, симптомов, но мы очень тесно взаимодействуем с поликлиникой, с городской, с Министерством здравоохранения, которое нам оказывает содействие вот в поддержании состояния вот физического наших жильцов. Вот как бы, конечно, строится команда, и тогда только получается результат. Кроме всего прочего, у нас очень много младшего медицинского персонала, те, которые непосредственно контактируют с нашими жильцами и создают им ежедневно условия их жизнедеятельности. Это и кормят они, и ухаживают за ними, и убирают в комнатах. Это очень трудный такой участок, да, и сложная работа, но тем не менее у нас люди работают с душой, выполняют все, что нужно нашим жильцам, поэтому у нас, я думаю, что и результат должен быть хороший. Скажите честно, морально сложно? Вы знаете, бывает какое-то, в любой профессии бывает какое-то моральное выгорание, да? Мы знаем, тут лукавить, конечно, не будем, но это как в семье. Это как в семье. Вот если у вас есть пожилой родственник, вы понимаете, что где-то он капризничает, да, где-то он болеет. Любой человек, даже если это будет не пожилой человек, если больной человек дома находится, да, это уже какие-то вносит коррективы в повседневную жизнь. Здесь, как я говорила, уже концентрация пожилых людей. Да, понятно, что бывает, но в то же время от них получаешь все-таки столько тепла и столько ты получаешь удовлетворения от того, что ты делаешь, что, наверное, где-то вот какие-то моменты становятся незаметными. В социальном пансионате проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно ухаживать за собой. Также здесь функционирует отделение милосердия. И за каждым, кто обратится сюда, ведется особый уход, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Здесь трудятся и социальные работники, и санитары, и медики, которые круглосуточно готовы оказывать помощь пенсионерам. Я занимаюсь наблюдением людей зрелого возраста. Наблюдаю их, обследую, лечу, направляю на консультации к другим специалистам. Если требуется госпитализация, мы укладываем пациентов для стационарного лечения, для прохождения курса очередного. Расскажите, пожалуйста, медик – это профессия непростая, а вы еще и работаете с пожилыми людьми, периодически даже с маломобильными, получается, это ваша основная род деятельности. Как вы вообще сюда пришли? То есть что вами двигало в этот момент? В подобном учреждении я работаю уже более 10 лет. Ранее это была станица Кордоникская, там тоже было подобное учреждение, и для меня эта работа не новая. Так как мне это нравилось прежде, я пришла сюда работать, зная уже, что мне придется делать. Ну, я люблю свою работу, и на прежней работе, где я работала на основном месте в Зеленчукской центральной районной больнице, я сталкивалась с тем, что также помогала людям, лечила их, обследовала, в стационаре работала и на приеме. Подрабатывала в доме престарелых. И теперь вот ушла сюда уже полностью на ставку, зная, куда иду, что буду делать. Очень часто говорят, что взрослые люди, старшее поколение, ведут себя как дети. Бывает такое, что говорят: не хочу лечиться, не буду.
Конечно, бывает. Как справляетесь с этим? Ну, объясняем, для чего это нужно, что будет, если они не последуют советам нашим, в чем опасность заключается бездействие. Ну, обычно они слушают, понимают нас. Угу. Скажите честно, сложно? Работать везде надо. Угу. По-своему, любая работа сложная, но и интересная. Угу. А почему интересная, расскажите? Ну, потому что, наверное, это может быть в какой-то мере мое призвание. Я давно уже с детства мечтала быть врачом, и моя мечта осуществилась. И я реализую свой потенциал вот таким образом, работая врачом. Угу. Расскажите, как к вам относятся к постояльцам этого учреждения? То есть зачастую бывает, что даже боятся врачей. Как относятся к вам? Наверное, по-разному, но большинство людей всегда ко мне приветливы. Угу. Многие меня ждут. Они об этом сами говорят. Становится как-то так даже на душе тепло и радостно. Думаю, что по-разному относятся, но в общей сложности очень даже хорошо. Угу. Наверняка зачастую бывает такое, что вы не только лечите, но еще и слушаете людей, что немаловажно. О чем вам рассказывают? О своем настроении, о своем состоянии на данный момент. Угу. Рассказывают о своей жизни, если хотят. Угу. Конечно же, мы их выслушиваем. Если они спрашивают, то даем советы. Рекомендации, конечно же. Угу. Расскажите, пожалуйста, вообще, как выглядит ваш рабочий день? Вот вы приходите, что дальше? Проходит планерка. Угу. Предыдущие смены сдают нам смену, то есть отчитываются о пройденных сутках. Угу. И мы планируем будущие сутки. Потом мы поднимаемся с моей коллегой, этот второй врач-терапевт, к директору учреждения и докладываем, опять же, о прошедших сутках и которые предстоят нам, что мы хотим сделать, что мы запланировали, что уже сделано. Вот. Затем уже я иду на обход к своим пациентам, осматриваю их, делаю назначения, анализирую назначения врачей, которые посмотрели пациентов, и выношу их назначение в основной свой лист назначения. Вот таким образом проходит день. В конце дня я уже подвожу итоги и занимаюсь бумажной работой, оформляю это все в бумажном виде. Угу. Но ведь это действительно нелегко. А где берете силы? Ну, они всегда есть. Угу. Приходим с той мыслью, что начинается новый день, и как-то силы сами по себе появляются от того, что планы какие-то строим. Угу. Так само по себе. Каждого работника бабушки и дедушки ждут и любят. Жильцам здесь совсем не скучно. Регулярно в пансионате проходят концерты, чаепития, в организации которых участвуют сами бабушки и дедушки. Также в новом здании для них обустроены кабинеты ЛФК и трудотерапии. Кстати, трудотерапию с удовольствием посещают все. А если в силу проблем со здоровьем кто-то не может прийти на занятия, сотрудники приходят прямо в их комнату. Читают книги, разучивают стихи и песни, рукодельничают, рисуют. И это, по словам специалистов, помогает поддерживать и развивать мелкую моторику рук. Галина Барокова посвятила работе в центре много лет. Для нее это не просто профессия, а смысл жизни. Галина Ивановна готова день и ночь посвящать себя своему делу, за что ее и любят подопечные. Я пришла сюда, когда только открылся, тогда был еще дом-интернат. Пришла с самого начала. Что сподвигло? Мне захотелось поработать с пожилыми людьми. Я знаю, что они очень мудрые, много можно даже в них что-то перенять, узнать, и немножко с ними пообщаться, поухаживать за ними и поработать с ними. Прошло уже с тех пор достаточно много времени, вы сюда вновь вернулись. Расскажите, почему? Вы знаете, когда работаешь в одном коллективе, то привыкаешь к этой работе, уже появляются навыки всякие, наработки, и хочется продолжить эту работу. Но по
таким по мерам необходимости. Мне надо было уйти на некоторое время. Вот я здесь очень долго проработала. Потом несколько лет я здесь не была, но я тоже в Центре социального обслуживания населения работала, тоже по этой же сфере. А потом сюда пришла опять и вернулась. Ну, я тут даже, когда в доме престарелых и замом немножко работала. Вот. И сюда пришла, потому что коллектив еще, костяк сохранился здесь. Ольга Ивановна, новый директор, мне понравилась. И я вернулась сюда, чтобы продолжить работу. Здесь уже пансионат, во-первых, новое здание. Все работы обновленные, в другом виде. Все надо делать немножко по-другому, надо перестраиваться. И вот я решила немножко проверить себя, смогу ли я работать по новым методам, по новым законам. Вот. Конечно, контингент изменился, с кем я работаю. Очень много людей, которые не могут активно работать, двигаться. Вот. Я в основном работаю в этом кабинете, которые ко мне приходят. Мы, значит, занимаемся и изотерапией, коммуникативной терапией, и музыкальная терапия у нас, и терапия воспоминаний, очень много всяких видов. Вот. У нас еще даже есть зимний сад на переходе. Вот. Мы там восстанавливаем растения, которые нам принесли со школ. Мы их ухаживаем за ними, выращиваем, там рассаживаем. Вот. Делаем всякие поделки из природного материала, из картона. Вот. А те люди, которые не могут к нам приходить, это которые находятся на третьем, на втором этаже, немобильные, я к ним прихожу. Сама. Некоторые, которые могут немножко двигаться, я их собираю небольшими группами. Мы проводим работы, которые они могут что-то делать. Например, мягкий пластилин я им специально даю, там какой-то мелкий материал, чтобы они считали. Мозаика у нас очень много разных видов мозаики, пазлы. Они вот собирают вместе со мной, мы много беседуем с ними, им это нравится. Даже с некоторыми я работаю в постели. Подхожу к ним, беседую, коммуникативная терапия. Например, Аня у нас Апатенко, она с самого начала, она сейчас лежит, но она очень хочет, чтобы с ней общались. Я много с ней разговариваю, читаю книги, стихи мы читаем. У нас очень много мероприятий, кроме того, что вот, чтобы их к себе как-то больше приобщить, у нас каждый месяц проводятся чаепития. У нас есть специально зал банкетный такой небольшой. Мы там чай разливаем, пирог печется. Это на всех, значит, делим этот пирог. Вот мы там песни, стихи, поздравления. Приходит музыкальный работник, мы вот это вот празднуем. Вот. Что у нас еще мне нравится, что делают они? Ну, у нас музыкальный руководитель вместе со мной, конечно, проводим мы часто очень мероприятия, самые различные. Вот. Ну, я считаю, что надо с ними немножко... Они, конечно, все унылые, грустные. У них очень много своих внутри переживаний, воспоминаний. И вот и надо, чтобы это все развеять, чтобы забыть, чтобы они сюда приходили, улыбались. Даже какие-то стихи смешные там. Даже вот у нас есть беседы на такую тему. Расскажи о себе что-то веселое. Я не хочу, чтобы они что-то грустное вспоминали. И вот они что-то веселое начинают рассказывать, все веселятся, улыбаются. Вот. Ну, для этого мы здесь, наверное, и работаем, чтобы немножко поднимать их дух и продлять их жизни. Галина Ивановна уверена, что такие, казалось бы, простые занятия могут дать огромное количество положительных эмоций ее подопечным. В работе инструктор всегда прислушивается к каждому своему ученику. Каждого готова выслушать, дать совет, если это необходимо. Но главное в ее работе, считает женщина, подарить пожилым людям возможность снова стать молодыми. Тем более, что энергию постояльцев пансионата не занимать. Они всегда готовы к новым свершениям, новым знаниям, новой беседе. Это вдохновляет их и помогает радоваться жизни. А вы скажите честно, сложно? Вы знаете, нелегко.
потому что у них характеры очень разные. Я не разрешаю им тут ругаться, не разрешаю там друг на друга что-то говорить, кляузы какие-то. Я говорю, мы сюда пришли не только заниматься трудотерапией, но и отдыхать, чтобы это вам на пользу пошло. И, честное слово, многие уходят отсюда, улыбаются. Я должна с ними работать от 30 до 45 минут, не больше. А они просятся еще остаться. Ну, можно мы еще позанимаемся, можно мы еще побудем здесь. Я говорю, ну, давайте, заканчивайте что-то, свою работу там, или можно мы еще порисуем. Они очень любят рисовать на этом... На ткани, вон у нас рисунки там такие красивые, прям нарисованные поделки, мы объемные, мы все делаем. И они друг другу это раздаривают, приходят гости к ним. Конечно, им здесь очень хорошо, но они ждут, когда кто-то к ним придет. Вот. Ну, они говорят, нам здесь нравится, тут очень все красиво. Чисто, уютно, ну, пансионат, уже пансионат, не дом престарелых. Все-таки ваша работа такая, что иногда с постояльцами приходится прощаться. Ой, это очень грустно, да, приходится прощаться, но мы делаем так, чтобы они особо не расстраивались, находим такие слова, чтобы они знали, что человек уходит, но они должны продолжать жить. Они не должны на это делать уклон, упор, чтобы они знали, что жизнь продолжается, что бы ни случилось. Мы много говорим о том, что сейчас у нас какое положение в мире. У нас один сотрудник очень хороший, добровольцем ушел помогать этим солдатам, он там воюет. И вот мы для его сослуживцев приготовили открытки, поделки, газету большую сделали. Еще хотим сделать одну большую открытку для этого сослуживца, нашего сотрудника, и отправить это. Угу. Вот. Ну, в общем... А можете ли вы назвать... Пансионат сотрудников постояльцев второй семьи. Конечно. Вы знаете, иногда я скучаю даже за ними. Угу. Когда вот несколько дней дома, все равно вспоминается, вот как они там. Вот она больная была, да? Угу. Я вот приду, чтобы выздоровела. Когда я прихожу, выхожу на это самое, на выходные дни и всем говорю: так, завтра и послезавтра отдыхайте, можете дома заниматься. Они же еще занимаются дома самообслуживанием, они друг другу помогают. Они очень, не знаю, заботятся о уюте. Мы поставили цель, что вы должны сохранить все то, что для вас дали, чтобы оно не было в худшем состоянии. Поэтому вот самообслуживание... Самоуборка, помогать друг другу, взаимопомощь – это ваш, вы должны сами это делать, потому что любая уборщица не сможет сделать то, что вы сами для себя сделаете. Вы поддерживать должны порядок. Угу. Вот. Ну, естественно, сюда я иду с удовольствием на работу. Вот. Приходишь домой, тоже дома ждут. И сюда идешь тоже с удовольствием. Мне кажется, самое лучшее, когда тебя ждут здесь и когда тебя ждут дома. А как домочадцы относятся к вашему стремлению работать здесь? Домочадцы считают, что я уже устала, должна дома сидеть, отдыхать, пироги печь. Но мне кажется, что я смогу еще и дома, и здесь поработать. Угу. То есть они вас поддерживают? Поддерживают, поддерживают. Они очень уважают мою работу. Угу. Да, я им много моментов рассказываю о наших стариках, как что, с кем, как работается. Вот. Они поддерживают меня, конечно.
пансионате трудится немало молодых специалистов. Один из них – Даяна Нанаева. Девушка всего полгода работает в пансионате, но уже полюбилась многим постояльцам. Даяне не единожды предлагали связать свою жизнь с чем-нибудь другим, но девушка твердо решила работать именно здесь, по велению сердца. На самом деле, мне очень часто задают этот вопрос, и я никогда не могла ответить на этот вопрос, потому что я не знала, подходит мне эта профессия или нет. И несколько лет назад я не могла себе представить, что представляет собой эта профессия, профессия социальная работа. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что социальная работа – это не столько профессия, сколько состояние души и призвание. И человек, который хочет стать социальным работником, он должен обладать рядом специфических качеств. Например, такая работа невозможна без гуманности, милосердия, сострадания, сочувствия и желания помочь человеку. И социальный работник должен уметь сопереживать, любить и общаться с человеком. И я уверена, что любой социальный работник, он не пройдет мимо чужой беды, и если у него будет возможность, он обязательно поможет этому человеку. И на самом деле я ни разу не пожалела, что пришла эту сферу, в это направление. И в дальнейшем я планирую продолжать свою работу в этом направлении, в этой сфере. Сколько ты уже здесь работаешь? Я здесь работаю немного, полгода, но мне очень нравится. А вот скажи честно, скажем так, по секрету, сложно? Не сложно. На самом деле мне очень нравится. Именно с пожилыми мне предлагали и другие работы, и с детьми, но мне по душе именно с пожилыми. На самом деле с ними как-то легче, я не знаю. Ну, комфортнее, да. Угу. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается твоя работа? Что ты здесь делаешь? Моя работа заключается в том, что мы решаем какие-то проблемы с получателями социальных услуг. Наша работа отличается от работы социального работника. Этот социальный работник в основном помогает в быту, а мы с документами, с проблемами. На самом деле я очень хорошо общаюсь с ними, и они тоже очень отзывчивые. В любом случае важно помогать людям. Я с детства хотела и любила помогать людям, неважно, это пожилые или все люди равны, я считаю. Конечно, рассказать о каждом сотруднике социального пансионата сложно, но каждый из них своего рода герой нашего времени. Тяжкий труд во благо других сегодня сложно увидеть, и работники социальной сферы каждый день делают то, на что многим не хватает сил, времени и возможностей. Поэтому каждого из них мы от души благодарим за то, что дарят людям любовь, поддержку и надежду.